sky trees, wonder by nothing, circles and spirals in mine. I thought you knew, I knew, but why and by and why and by and why? I wanted you to know, I thought you knew, but why and by and why? Мне кажется, каждый раз, когда я начинаю записывать новое видео, я произношу эту фразу. Яна приветствует вас! Давно вы меня не слышали. Или что-то типа того. Жесть! Я теперь снимаю видео типа раз в 2 месяца, раз в 3 месяца. Вспомните, как было раньше в году там 16-м, когда я пилила видосы бесконечно. Откуда у меня было столько силы на это и времени? Хотя раньше мне казалось то, что у меня времени на жизнь в обрез. Типа я тогда в школе еще училась, и домашки было много. Но при этом я успевала быть отличницей, сдать все экзамены на отлично, и еще и каналом заниматься. А сейчас я чувствую себя каким-то, я не знаю, лохом, ничтожеством, честно говоря. Иногда я думаю о том, что я просто выгорела на этом деле. Ведь канал я веду уже достаточно давно, с 16-го года. И это сколько лет прошло, получается? 7 лет? Охренеть. Это почти пол моей жизни. Канал я завела в 12 лет. Сейчас мне уже 20 лет. Стоп, или 8 лет прошло. 8! Что? На данный момент в своей жизни я пытаюсь понять, чем я хочу... Боже, это освежитель воздуха автоматический. На данный момент в своей жизни я пытаюсь понять, чем мне хочется действительно заниматься и чему нужно уделить приоритет. Как бы канал каналом, но а жить-то надо. На самом деле, ведение канала отнимает у тебя очень много энергии, сил, моральных в том числе. Ты просто отдаешь всего себя интернету, миллионам других людей, но не самому себе. Я пережила достаточно много, несмотря на свой юный возраст. За все время моего ведения канала много чего произошло, плохого в том числе, что меня, как это назвать, дамажило сильно. И сейчас я, грубо говоря, восстанавливаюсь. Но при этом я хожу на официальную работу, которая тоже меня дамажит. Но я от нее хотя бы получаю, там, не знаю, деньги. И могу себя вполне себе полностью обеспечивать и жить самостоятельной, полной жизнью. И живу как бы я не одна, а с моим любимым Лешей. Я очень давно не снимала теории по ФНАФу и вообще видосов по ФНАФу. Хотя там было что-то. Выходил ФНАФ VR 2, что-то там, еще какие-то новости были. Раньше, даже когда выходил какой-то один несчастный тизер, одна несчастная картинка, я уже вставала, бежала делать видос об одной этой несчастной картинке. А сейчас что-то там происходит, но это все проходит мимо меня. Мне не то чтобы не интересно это, у меня просто будто бы нет желания, нет сил об этом снимать. Потому что в последнее время я, признаюсь честно, теряю смысл этого всего. Иногда даже теряю смысл ведения канала, потому что у меня очень печальная ситуация с ним. Я не знаю, что с этим делать, виновата ли я в этом, либо это просто мне не повезло, и не только я одна такая. У меня просто подписки стремительно уменьшаются и не добавляются. И меня это очень волнует, потому что, ну, сами понимаете. Но чтобы такого не было, я думаю, надо снимать видео, правильно? Но о чем? Я ощущаю то, что я больше никому не интересна. Интересно только лишь какому-то маленькому кругу лиц, которые, ну, может быть, даже меня не вспоминают сейчас особо. Не в обиду вам всем, но просто это... то, как я это ощущаю. Я очень хочу на самом деле рисовать больше анимаций. Я хочу делать больше 3D-анимаций, как это было раньше. Но я не уверена, то, что людям это зайдет. Я сейчас вообще ни в чем не уверена. Даже в своей реальной жизни. Как многие из вас, наверное, знают, мне пришлось уйти из университета по причине того, что меня преподаватели валили, я ничего не смогла из этого сдать, и это был прямой путь к отчислению. Поэтому я взяла и сама отчислилась, чтобы потом я смогла перепоступить только уже на что-то другое, но бесплатно. Ну, там много было своих приколов, там вообще программа обучения была очень странная, и там не было многого из того, чего наобещали. Короче, какой-то жесткий физмат с чокнутыми преподавателями. Я еле выжила, на самом деле. Сейчас я вообще не знаю, что мне делать, куда мне поступать, на кого мне поступать, очно, заочно. Потом я параллельно думаю о том, а где мне там дальше жить, в какой квартире, остаться в этой, либо куда-то там переехать.
И потом в какой-то момент я вспоминаю, а, у меня же есть еще YouTube-канал, надо что-то делать. У меня будто бы весь этот канал, весь этот YouTube отошел не то чтобы на второй план, а на третий. Но мне хочется им заниматься. Пусть и немножко, но хочется. Но когда я вижу, что уже никакой отдачи я не получаю, я реально теряю смысл. Я не знаю, возможно, я сейчас в течение всего ролика повторяюсь, говорю одними и те же фразами. Это все потому, что я записываю этот ролик без какого-либо сценария с первого дубля. Наверное, это чувствуется. Когда я делаю ролики без какого-либо сценария, они более эмоциональные, они ощущаются более живыми. Что касательно анимаций, я очень хочу развивать дальше свой этот проект с чудаками. Я осталась из всей этой компании, которая когда-то этим занималась, одна. Потому что у нас у всех разные судьбы, разные жизни. Кто-то вообще полностью ушел из подобного вида творчества. Наша игра, которую мы пытались сделать, так вот и осталась незаконченной, потому что просто все разошлись, и ни у кого нет на это силы и времени. Даже у меня, но я как-то из себя это выдавливаю, просто потому что я чувствую какой-то долг перед собой, что мне надо хоть что-то сделать, что-то закончить. Ну, хотя бы мультики, которые с игрой как бы никак не связаны, но хоть что-то, да. Короче, сейчас у меня очень много дум в голове о моей реальной жизни, как мне ее реализовать, как, ну, понимаете, вот эти вот взрослые проблемы. Хотя я не знаю, сколько вам тут 7 лет сейчас. Возможно, я вас всех старше сейчас здесь на 10 лет в основном. Но вы когда-нибудь это поймете, ребята. Да, жизнь очень суровая, жизнь очень жестока. Но я пытаюсь как-то пробиваться, как-то сиять среди всего этого серого месива в мире. Хочется все-таки исполнить свою детскую мечту. Мечту 12-летнего ребенка, который мечтал о чем-то большем. Заявить о себе, показать миру то, чего он раньше никогда не видел, и чтобы люди действительно это ценили и вспоминали потом многие годы. Возможно, у меня уже это получилось сделать, но я будто бы не чувствую какого-то удовлетворения от этого. Либо я еще не достигла этого в полной мере. А может быть, я уже просто с ума схожу. Действительно. Ладно, я никуда не ушла, я все еще здесь. Я веду телеграм-канал, где периодически выкладываю всякие приколы. Медленно, но верно делаю какие-то видосики, анимации. На данный момент я нарисовала раскадровки к следующей моей анимации. Коротенькой, но все же анимации. Не теряйте, подписывайтесь на мой Boosty, там тоже всякие приколы есть. А я пошла, всем пока.